Знаменитая исполнительница шансона получила тонну критики от популярного блогера Лены Мира. Любовь Успенскую обвинили в копировании чужого образа. 67-летняя Любовь Успенская выглядит эффектно и моложаво. Звезда совершенствует свои внешние данные, используя возможности пластической хирургии. Кроме того, певица часто демонстрирует публике новые модные образы, шокируя россиян пикантными деталями своей фигуры. Любовь Успенская хочет выглядеть роковой красоткой в расцвете сил, но у многих ее желание не вызывает восторга. Среди них блогер из живого журнала «Лена Мира», которая разнесла вокалистку в пух и прах в своей новой публикации. Любовь Залмановна показалась женщине слишком старой для того, чтобы ублажать поклонников откровенными кадрами. Лена Мира раскритиковала снимки певицы с торчащими сосками, которые стали широко обсуждаемы в сети. Блогер отметила, что исполнительница шансона задумала выйти замуж в преклонном возрасте, так как берет пример с западных звезд. По мнению Лены Мира, у звезды недостаточно фантазии для того, чтобы придумать адекватную цель самосовершенствования. Любовь Успенскую она сравнила с певицей Мадонной, которая снялась в нижнем белье для инстаграм-канала. Лена Мира считает, что артисткам, которые давно утратили молодость, следует держать себя в руках и не возмущать поклонников своими оголенными телами. Вспомнила бабушка девичий вечер, да и заплакала, выразилась блогер, размышляя про Любовь Успенскую.